Современное оборудование, высококлассные специалисты и, главное, близость к дому. В Химках работает медицинский центр клиники Лядова, где можно получить консультацию у онколога, а также своевременное обследование и лечение. При этом не нужно ехать в столицу. Познакомиться с работой диагностического комплекса и самой клиникой приехали депутат Госдумы Ирина Роднина, председатель Совета депутатов Александр Дринов и член общественного совета проекта «Химки. Интересно жить». Экскурсию провел лично Константин Викторович Лядов, главный врач центра, академик РАН и заслуженный врач России. Это центр, куда пациент с подозрением на онкологическое заболевание, не только онкологически больной, но и с подозрением на онкологическое заболевание, может и должен обратиться для диагностики, для проведения необходимых консультаций, необходимых диагностических обследований, в том числе таких иногда дефицитных, как компьютерная томография, МРТ, гастроскопия, колоноскопия, ультразвуковые исследования. Тут все то, что может позволить поставить диагноз онкологического заболевания. Современные методы диагностики позволяют выявить новообразование на любых стадиях. Для пациентов здесь созданы самые комфортные условия. Мы уже третий месяц здесь лечимся, нам нравится очень даже. Все хорошо. Корм очень хорошо, нравится. Относится хорошо к нам. Конечно. Медперсонал, врачи. Гостям показали дневной и круглосуточный стационары, отделение реанимации и интенсивной терапии. Очень высокопрофессионально все, на высоком таком техническом уровне, потому что все оборудование абсолютно новейшее. И самое главное, что работают очень серьезно, с хорошими результатами. И я считаю, что для Химок наличие такой клиники – это здорово. Теперь клиника включена в систему медицинского страхования Московской области, поэтому химчане могут получить медицинскую помощь в центре по полису ОМС. Это значит, что жители Московской области, конкретно мы говорим, если сейчас про Химки, могут бесплатно проходить весь курс лечения и дальнейшего реабилитационного наблюдения, что касается онкологии. Я имею в виду и химиотерапии, какие-то операционные воздействия по внутренним органам. Это колоссально. Раньше для лечения онкозаболеваний необходимо было ехать в Москву и в соседние муниципалитеты. Теперь все в одном городе. Более того, в центр приезжают лечиться жители других городских округов. Но необходимо более детальное информирование жителей, считают члены общественного совета «Химки. Интересно жить». Все, чем мы владеем, естественно, мы сейчас до населения городского Химки донесем. Это обязательно. Конечно. Я считаю, что это, конечно, великая часть, потому что у нас такая клиника в округе появилась. Обязательно буду рассказывать, потому что, мне кажется, большая часть наших горожан даже не подозревает о том, что есть такая клиника в городе. За время работы клиника показала хорошие результаты. Пациентов, даже выявленных не на ранней стадии заболевания, удается стабилизировать и значительно повысить их качество жизни. Но лучше всего пройти обследование как можно раньше, настаивают врачи. Тогда вероятность полного выздоровления вырастает.